В Якутии продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подробнее о программе поддержки инициатив расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Проект по инициативному бюджетированию реализуется Министерством финансов России с 2015 года. Министерство финансов Якутии участвует в нем с 2016. В том году и были проведены все подготовительные мероприятия. Реализация проекта в республике началась уже в январе текущего года. Главное отличие этого проекта – то, что те средства, которые направляются в бюджет, впервые в республике будут отобраны по желанию самих граждан и обязательно софинансирование со стороны муниципальных образований и со стороны граждан. Но участие со стороны граждан является минимальным. Его участие заключается в том, чтобы население отбирало только те проекты, в которых они пожелают участвовать сами и за которые они голосуют рублем. Для пилотной версии проекта было отобрано 5 муниципальных образований. В их число вошли Чурапчинский, Хангаласский, Усть-Алданский и Верхневилюйский улусы, а также городской округ Жатай. Семинары и тренинги с главами муниципальных образований были проведены в начале года. На сегодняшний день поступило уже около 70 заявок. Эффективность нашего проекта в настоящее время очень высока, потому что доля софинансирования со стороны муниципалитетов и со стороны граждан составляет почти 50% от той суммы, которую мы будем направлять с государственного бюджета. Одну из заявок подали представители гойского наслега Усть-Алданского улуса. В культурном центре наслега требуется ремонт пола. Сам центр относительно новый. Он был построен 5 лет назад, но в силу ошибок и недочетов при строительстве пол в центре уже пришел в негодность. Все население заинтересовано данным проектом. На общем собрании у нас собралось 258 человек. И все, как один человек, проголосовали за данный проект. Все заинтересованы, решили, проголосовали в виде материального внесения денежных средств по 300 рублей с каждого двора. В бюджете республики на проект выделено 32 миллиона рублей. Прием заявок завершится 20 июня. Заседание конкурсной комиссии состоится 30-го. Каждая прошедшая отбор заявка получит на реализацию своего проекта 1 000 000 рублей. По итогам заседания будут отобраны 32 заявки, которые и получат финансирование на свои проекты. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.